Видя, что ситуация обрастает новыми нарушениями, я обратился в суд за защитой нарушенных прав с сотрудниками службы судебных приставов и их вышестоящими руководителями. Также объяснения судебных приставов написаны как под копирку. Обратите внимание на словосочетания и предложения, которыми оперируют сотрудники Рыжов, Высочин, Парфенов. Итак, дорогие друзья, я перегнал, скажем так, рукописное объяснение судебного пристава Рыжова в вордовский документ для того, чтобы можно было его читать, смотреть и понимать. Итак, я полностью осознаю ответственность за ложные данные, но мне это не нужно. Значит, единственное, вот здесь я не разобрал последнюю строку, ее тут просто нету. Вот, что здесь могло быть внесено. Поэтому я и не стал это писать. Вот это вторая часть этого объяснения. Бегло я его зачитаю, прочту, дабы у вас не возникало никаких сомнений в том, что это действительно оно. Так, и вот я его перегнал в цифровой формат. И по каким-то этим моментам я просто пробегу, прочту, чтобы у вас не возникало никаких сомнений в том, что это именно тот документ, о котором идет речь. Значит, объяснение. 12 сентября 2018 года я осуществлял пропускной режим на первом посту Ленинского районного суда по адресу Морская, 3. Примерно в 10 часов 30 минут прибыл Жилин. При проходе его через стационарный металлообнаружитель сработало тра-та-та, попросил вещи к осмотру, на что Жилин ответил отказом, объясняя, что это и так далее. Жилин потребовал старшего группы судебных приставов. После долгих препирательств Жилин все-таки предоставил паспорт и нервно вытряхнул из своей сумки все содержимое. Еще раз вторую часть я продемонстрирую. Значит, находится в кармане на молнии. После долгих препирательств со стороны Жилина он расстегнул молнию сумки и достал, и так далее. Вот старший группы вызвал наряд полиции для разбирательства. Жилин также вызвал наряд полиции для оказания ему помощи в проходе в здание суда. Вот. Физическая сила, специальные средства к Жилину не применялись. Личных вещей Жилина не касался. Судебный пристав, тра-та-та, Рыжов, МД. Итак, вот этот документ, который я перенабрал сам, чтобы он был виден в читаемой форме и так далее. Значит, с ним можно будет ознакомиться, там поставить на паузу, кого это будет интересовать. Но я просто демонстрирую для того, чтобы я проведу сравнительный анализ всех трех объяснений судебных приставов Рыжова, Высочина и Парфенова. И вы увидите, что написаны они как под копирку. То есть их составил один и тот же человек, а они его просто, скажем так, переписали. Итак, я открываю объяснение Парфенова. Я открываю объяснение Высочина. И вот у нас вот это объяснение Рыжова, которое я перегнал в цифровой формат. И, соответственно, на вот этом объяснении я вам продемонстрирую те фразы и слова, которые они совершенно идентичны у данных судебных приставов. Я сейчас
воспользуюсь небольшой своей подсказкой. Так, Парфенов. Ну, наверное, начнем тогда с Парфенова. Итак, это у нас товарищ Парфенов. Ну, давайте смотреть. Значит, при проходе через рамку стационарного металлообнаружителя сработала световая сигнализация. Это мы увидели с вами, да? Давайте посмотрим в этом документе. Вот она. При проходе через рамку стационарного металлообнаружителя сработала световая сигнализация. Я отмечу это желтеньким, дабы было понятно. Пойдемте дальше и посмотрим. Ну, соответственно, так как он пишет не о себе, а о другом приставе, то немножко тут будут другие вставочки. Но смотрим. Предъявить документы, удостоверяющие личность и личные вещи к осмотру. Давайте посмотрим здесь. Предъявить документы осмотру. Отметим эту фразу также. Полностью совпадает с этой. Так. Что судебные приставы ему не представились, и их требования предъявить личные вещи к осмотру не обоснованы. Хочу особо подчеркнуть слово «осмотру». Нету понятия осмотра, есть досмотр. Вот это я вам прочитал. Давайте посмотрим здесь дальше. Вот оно. Судебные приставы ему не представились. И их требования предъявить документы и личные вещи к осмотру не обоснованы. Отмечаем желтеньким. Ну, здесь Рыжов решил дополнить и усугубить. Вел себя, то есть Жилин, достаточно агрессивно. То есть, ну, наверное, есть какие-то видео, фото, что я, наверное, кидался на приставов, там что-то делал, то есть агрессию какую-то проявлял. Не знаю, в судебном заседании этого не было зафиксировано, но вот пристав Рыжов решил записать, что я вел себя достаточно агрессивно. О произошедшем было доложено судье Ситникову. Давайте посмотрим и здесь. О произошедшем было доложено председательствующему судье Ситникову В.Е. Давайте также отметим это, чтобы было понимание, насколько у нас имеется схожесть. Так, идем дальше. Гражданин Жилин потребовал старшего группы судебных приставов. А тут и тут у нас есть такая точная формулировка. Отметим ее, чтобы не забыть. Так, находящихся на первом посту, осуществляющих пропускной режим, есть основания полагать, что при нем находятся металлические предметы, представляющие опасность для окружающих, и без осмотра его личных вещей он не может быть допущен в здание суда. Давайте здесь посмотрим эту фразу. Находящимся на первом посту, осуществляющих пропускной режим, есть основания полагать, что при нем находятся металлические предметы, представляющие и без осмотра личных вещей не может быть допущен в здание суда. После долгих препирательств со стороны Жилина он все-таки предъявил паспорт и добровольно, самостоятельно вывалил содержимое сумки на стол. Обратите ваше внимание на то, что после долгих препирательств со стороны Жилина, он, то есть это я, Жилин, все-таки предъявил паспорт и добровольно, самостоятельно вывалил содержимое сумки на стол. Это очень интересный момент, потому что он также не соответствует тому, что вы видели на видео. Вот оно у нас есть. После долгих препирательств все-таки предъявил паспорт и нервно вытряхнул из своей сумки все содержимое. Правда, тут нет слова «стола», но вот немножко все-таки скреативничал.
товарищ Рыжов, МД. Давайте посмотрим дальше. После обследования мной сумки, ну это пишет Парфенов о себе, ручным металлодетектором, опять сработала сигнализация. Давайте посмотрим, как здесь будет звучать. О, после обследования старшим группы сумки Жилина ручным металлодетектором опять сработала сигнализация. После долгих препирательств со стороны Жилина он самостоятельно открыл замок сумки, достал оттуда металлическую отвертку длиной около 30 сантиметров. А что тут у нас? О! После долгих препирательств со стороны Жилина он расстегнул молнию сумки и достал оттуда металлическую отвертку длиной около 30 сантиметров. С таким предметом он не может быть пропущен в здание суда. И предложил ему оставить этот предмет в другом месте, находящемся за пределами здания суда. На что он категорически отказался это сделать. Что с таким предметом он не может быть допущен в здание суда. На что гражданин категорически отказался. Мною был вызван наряд полиции для разбирательства. А тут вызван наряд полиции для разбирательства. Ну, тут-то меняется, так как он описывает действия старшего группы Парфенова. Это Рыжов. Вот. А Парфенов пишет о себе, что мною был вызван наряд полиции для разбирательства. Смотрим. Гражданин Жилин также вызвал полицию для оказания ему помощи в проходе в здание суда. Хо-хо-шки-хо-хо. Гражданин Жилин также вызвал наряд полиции для оказания ему помощи в проходе в здание суда. Ну, господа приставы уж переиграли сами себя, и такие ключевые фразы и словообороты употреблять в одних и тех же, скажем так, объяснениях, по-моему, не очень здорово. Личных вещей Жилина ни я, ни судебные приставы, находящиеся на первом посту, осуществляющие пропускной режим, не касались. Товарищ Парфенов, СВ. А тут физическая сила и специальные средства не применялись. Личных вещей не касался. Давайте целиком просмотрим документ. Смотрите, в желтом отмечены те фразы и словообороты, которые на практически 100% соответствует объяснению Парфенова. Здорово, да? То есть, я думаю, что если дело дойдет, ну, если сотрудники не признают, что они писали это все вместе, то может речь дойти до лингвистической экспертизы. Я думаю, что они ее однозначно проиграют. Так, давайте теперь мы откроем объяснение товарища Высочина, МС. Единственное, хочу вот сказать, что, смотрите, 04.10.2018 года было дано объяснение. А другие вот объяснения, ни Рыжова, ни Парфенова, я не увидел даты, когда данное объяснение отбиралось от этого сотрудника. То есть оно могло быть сделано в любой момент. И не знаю, так как данное объяснение не датировано, насколько оно законно, скажем так, с юридической точки зрения. Так, ну давайте посмотрим на то, что пишет товарищ Высочин. При проходе его через рамку стационарного металлообнаружителя сработала световая сигнализация. При проходе его через рамку стационарного металлообнаружителя сработала световая сигнализация. А я предлагаю, дабы не путаться, мы подчеркнем. Так будет видно и понятно, что желтое и подчеркнутое уже соответствует трем документам, которые мы с вами смотрим. Идем дальше. Попросил Жилина предъявить документы, удостоверяющие личность и личные вещи к осмотру. Попросил Жилина предъявить документы, запятая,
удостоверяющие личность и личные вещи к осмотру. Жилин отказался выполнить законные требования судебного пристава, мотивируя это тем, что судебный пристав ему не представился, и его требования предъявить личные вещи к осмотру не обоснованы. Ну, я заявлял о досмотре, а не о осмотре. Но давайте смотреть здесь. Не обоснованно. Судебный пристав ему не представился. О произошедшем было доложено судье Ситникову. Было доложено. Председательство еще не написал, товарищ. Ну вот, общий смысл, я думаю, совершенно понятен. О произошедшем было доложено судье Ситникову. Замечательно. А как же гражданин Жилин потребовал старшего группы судебных приставов? Есть ли здесь такое? Гражданин Жилин потребовал старшего группы судебных приставов. Есть основания полагать, что при нем находятся металлические предметы. О, как. Есть основания полагать, что при нем находятся металлические предметы, представляющие опасность для окружающих. Смотрим про окружающих. Точно. Для окружающих. Красота. И без осмотра его личных вещей, если тут так. А, тут вставочка сработал. Световой индикатор стационарной металлообжитной. И без осмотра его личных вещей он не может быть допущен в здание суда. Угу. Так, после долгих препирательств. Есть тут такое у нас? Так, после долгих препирательств все-таки предъявил паспорт. Смотрим. Так. А, вот, да, пожалуйста. После долгих препирательств со стороны Жилина он все-таки предъявил паспорт и добровольно, самостоятельно вывел режим на стол. А, опять сработала сигнализация. Опять сработала сигнализация ручным металлодетектором, и опять сработала сигнализация. Ручным металлодетектором опять сработала сигнализация. Замечательно. Замечательно. Так. После долгих препирательств. Так, после долгих препирательств со стороны Жилина он сам открыл и достал. Так, есть? Да, это есть. Так, старшей группы, что с таким предметом? Угу. Что с таким предметом он не может быть пропущен в здание суда? Смотрим. Что с таким предметом он не может быть допущен в здание суда? Ой, как замечательно. Ой, как замечательно. Так. Так, старшим группы был вызван наряд. Ну-ка. Был вызван наряд полиции для разбирательства. Ключевое слово. Для разбирательства. Вызван наряд полиции для разбирательства. Итак, давайте-ка мы посмотрим. Вот у нас желтым отмечено. Это второй документ. Второе объяснение, которое я при вас сравнил и отметил. Значит, и, скажем так, помимо желтого, черным снизу подчеркнуто, это то, что совпадает и с третьим документом. Как мы можем видеть, как мы можем все видеть, все это было реально написано одним человеком, может быть, юристом. И затем это было все переписано данными приставами, которые просто-напросто все это дело внесли, скажем так, изменения. То есть вот имени там Рыжова, Высочина, Парфенова. И вот состоялись вот такие три объяснения, которые на самом деле фальсифицируют то, что происходило. Ведь это на видео видно, что порядок действий был совершенно другим.